Я Борис Галузин, и это извлечение обломанного болта из двигателя. Хорошая защита мотоцикла комплектуется высокопрочным крепежом, который при предельной нагрузке ломается, а не гнется, чтобы не повредить резьбу и посадочное место. При сильном падении с вилля у меня отломился болт крепления клетки в двигателе. Вынуть обломанную часть из двигателя непросто. Сначала необходимо снять клетку, чтобы подобраться к месту крепления. Остаток болта глубоко утоплен, приварить к нему ничего не получится, поэтому надо высверливать отверстие. Чтобы просверлить отверстие в болте с высоким классом прочности, лучше использовать кобальтовое или победитовое сверло. Сверло нельзя перегревать, поэтому сверлить нужно на небольших оборотах и постоянно охлаждать его в воде или масле. В данном случае достаточно отверстия около 2 см глубиной. Для извлечения обломанной части удобно использовать специальный экстрактор, который имеет цепкую обратную нарезку. Таким образом удалось извлечь обломанный болт. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть следующее видео первым.